Daris daris dale bi magaz gidas twale bi twali magaz daud ge bashen ki gena twale bi daris daris dale bi magaz gidas twale bi twali magaz daud ge bashen ki gena twale bi he 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 gobli 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 da gobli 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 da he Daris daris dale bi magaz gidas twale bi twali magaz daud ge bashen ki gena twale bi daris daris dale bi magaz gidas twale bi twali magaz daud ge bashen ki gena twale bi he 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 gobli 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 da gobli 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 da he gobli 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 da gobli 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 da hari hara Daris daris dale bi magaz gidas twale bi twali magaz daud ge bashen ki gena twale bi daris daris dale bi magaz gidas twale bi twali magaz daud ge bashen ki gena twale bi Остановись и сознайся. Ты же сам первый сказал. Лёш. Ой, неплохо. Ты... Остановись. Я стой, не бросай меня. По-дружески. Будь мужчиной, он меня убьет. Не бойся. Ой, убьет. Не убьет. Честно, я только это хочу узнать, ничего больше. Вы что, не мужчины, что ли? Остановитесь! Я тоже остановлюсь. Вот! Видите, остановился! Ну? Ну, что вы боитесь? Я же на одном месте стою. Идите сюда. Подойдите поближе. Подходи. Куда вы? Я хочу подходи. Поговорить с вами. Спятил!
Трогай, дорогой! Ты почему не едешь? Скорость! Скорость включи! Я тебе говорю, скорость включай! Я все в порядке! Ой! 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 А ну давай. Сейчас, дорогой мой, сейчас. Притащи вот тот камень, положи под колесо и пообедай с нами. Давай-ка мы с тобой выпьем за тех, кому сейчас трудно. Эй, за твое здоровье, работяга. А! Подавись, подавись. Я пью за твое здоровье. А! Ты за рулем. Номера снимут. Ну, я пью за нашу вечную дружбу. Слушай, он совсем бледный, еще умрет. Надо покормить. Все-таки свой человек. Сейчас. Это я возьму на себя. Ты ему вина дай для аппетита. Нет, вино давать опасно. Он мне руку откусит. Не откушу. А ну поглянись. Клянусь мамой. Какая это клятва? Ты за железо держишься. А если я отпущу, вы сбежите. Какой умный. Давай. Держи. Ну? И до дна. Вот так. Все вижу. Девушки, он пойдет за ними. А ну, проводи их. Там овцы. Во! Бензина у нас маловато. Кончится бензин, мотор заглохнет. Тогда нам с тобою крышка. Стой, папаша! Налей!
Слышишь? Слышу, у меня керосин. Керосин. Поезжай! Не давай им ничего. У меня с ними особый разговор. Поезжай, прошу тебя! Я с ума сойду, если не посчитаюсь с этими людьми, понимаешь? Считайся с кем хочешь, дело твое. Мне нужно овса для лошади купить. Иди. Не слушай его. Вот керосин наливайте. А ты сам, сам налей. Сам. Сам? Не могу выйти, у меня нога болит. Пусть второй выйдет, второй. У меня тоже нога. Да ну что же вы? Иди, иди. Не сочти за труд, уважаемый. Налей, пожалуйста. Не стой там! Иди сюда! Иди сюда! А теперь подними капот. Как? Вот. Вот так. Держи. Теперь лей. Куда лей? Вон туда. Машину загубите, машину. Не бойся, ничего не будет. Спасибо. Ну, друг, а теперь платить надо за керосин. А. Что? Ну, ладно. Спасибо. А теперь платить надо за керосин. Все деньги у нашего товарища. Какого товарища? Вот, сзади стоит. Он отдаст. Давай деньги. Давай деньги, или я сейчас взорву этот сумасшедший дом! А при чем тут я? Я просто отдыхаю. Все вы жулики! Уйди. Не лезь в карман. Нет там ничего. Зачем выкинул семечки? Зачем выкинул семечки? Я спрашиваю. Зачем? Не лезь в карман, папаша. Тебе говорят, не лезь в карман. 60 копеек беру, 20 оставляю. Что, не вышло? Я не таких ловкачей видел. 30 лет в киностудии проработал. Всего насмотрелся. Теперь меня не проведешь. На! 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 Не стоит напрасно столько сил тратить. Ничего, кончится у вас керосин, узнайте, зачем я силы трачу. Да. Слушай, поставь машину на место, а то надорвешься, не дай бог. Стреляйте! Ничего! Сейчас ваша власть! Попадете мне в руки, я вам эту стрельбу припомню! И наметчики! Ой! Ух! Продолжайте, продолжайте! Я потерплю!
Дедушка! А, это вы, ребята, здравствуйте. Идите сюда, тетушка. Садитесь в машину. Нет, спасибо, мне совсем близко. Ну и что ж? Не хочу затруднять вас, может, нам не по пути. Не стесняйтесь, тетушка. Садитесь, пожалуйста. Что делать? Здравствуйте, выходите, здравствуйте. Не забыли меня. Как видите, не забыли. Как поживаете? Ой, курочка. Спасибо, хорошо. Куда? Не улететь? Ах, ты негодница. Иди скорее на место, иди сюда. Вот я. Тетушка, пожалуйста, не надевайте этот шлем, прошу вас. А чем же он тебе не нравится? Очень нравится, но вот этот мальчик потерял точно такой же, как бы не было неприятностей. Давайте курочку. Возьми корзинку. Прошу вас. Ой, не садись, тетка! Ой, что вы? Да не слушайте его, тетушка, он ненормальный. Не слушайте. Садитесь. Устраивайтесь поудобнее. А вот и хорошо. Держите корзинку. Мы вас подвезем. На машине ведь лучше, чем пешком. Верно? Конечно, на машине лучше. Только беспокоить вас. Тетка! Ты хоть корзину переложи вперед, а то я с ума сойду! Да ты что, сынок, я ее держу крепко, яйца не разобьются. Садись, сынок, поедем, а то я из-за вас опять чего доброго не попаду на базар. Пешком быстрее доберешься. Поедем. Нажимайте потихоньку на педаль, тетушка! На какую нажимать? Потихоньку, на правую! Я совсем запуталась! На правую, говорю! Где правая? Где правая рука? Правая! Да я нажимаю на какую-то, может, на другую попробовать? На газ нажимай, не на тормоз! Зря я вас послушалась, если б пошла пешком, добралась бы давно. Не вовремя вы мне всегда на дороге попадаетесь. Эй! Не пачкай машину. Помоги, сынок, а то мы отсюда до завтра не выберемся. И сюда. И ты тоже. Скорей, скорей. Признавайтесь. Кто сказал это слово? Говори, говори. Понятно. Понятно. Ты сказал. Ну? Я очень ошибся. Но если ты еще раз повторишь, пощади не жди. Ну, отойдите.